Подписывайтесь на канал Girls Channel. Всем привет! Сегодня мы идем на ферму. Но на имя. Мы здесь еще не были, поэтому будем. Начнем. Значит, это у нас какие-то козы. Идет коза рогатая. Вот такие мы тебе пользуемся. Да, мы такое. Идем к следующему загону. И тут наши друзья главные. Вот они отдыхают от жрачки. Эти они жирные. Ой, а что он такой жесткий? Он такой жесткий на самом деле. Жесть, да? Прям. В общем, они прикольные. Вот, короче, это наши подружки. Вот, смотри. Главные. Это то, что мы не доедаем, им все относится. Ну да, возможно. Так, оп, опа, вот это яйца. Варя, отойди, пожалуйста. Это, да, это... Варя, отойди. Они уже стрижены. Это, да? Это баран, мужик, а это баранчик. Не... Да, это самка, это самец. Это опять козы. А это бородатый козы. Непонятно, что... Да, ну какие-то другие вон. Пейте, дети, молочко из колодца. Как дам, раньше. Так, подходим. Это лошадка. Мы ее, конечно, не будем трогать, но она какая-нибудь. Ну, не будем. Ну, будем. Такая. Косичку ее можно отнести. Хорошая. Пипец, это она тоже? Она зовет коза. Коза зовет. Это еще одна лошадка. Он принимает пищу. Хороший. Как такое можно сделать? О, а вот здесь вот еда, смотрите, для лошадей, да, это стоит стену. Пахнет тут, кстати, нормально. Вообще, почти не воняет. О, а вот наш любимый зверь. К ним лучше близко не подходить, они такие злые немножко. Ходят где хотят, короче, мне они не нравятся. Здесь у нас обитает осел. Он такой красивый. Наш брат. Осторожно. Хороший. Мы гладим, короче. Вообще твердый. Нет, он прикольный. Он очень мягкий. Чётенький, да? Горячий такой. Нагрязный. Блин, он очень классный. Кайфовый. Честно. Он живет с козой. Очень странный выбор, ну ладно. Так же тут живет вот баран. Явно боится. Он не рад нашей встрече. Это кунг-фу баран. Кунг-фу козёл. Блин, ты так орёшь, конечно. Ну, а что было лучше? Вот, это белый медведь. Что он сделал? Блин, смотрите, и мультик просто прям в глаза лезет. Хороший, хороший. Хороший. Ой, у них волосы как искусственные, как у Барби. Да, да. Барби делают именно из них. Только близко не подходи. Если честно, белая очень красивая. Вот это меня и пугает. Какая-то она чапи. Ну, они хорошие. А зачем они тут нужны? Какие-то породы здесь. По-моему, они какие-то веселые. Ты чё? Все, пойдемте. Они не рады. Пойдем посмотрим кролик. Да, только там вот кукка сидит. Обидная очень. Обязательно или нет? Зачем они не нужны? Ты знаешь, что если забить, у них будет очень хорошее мясо. Они очень мягкие, но это понятно, но это нифига они не забить. Я вот про кроликов знаю все. Здесь, короче, у нас зарядка проходит на стадионе. Смотрите, посмотрите, короче, они вообще стрёмные. Иди мне, сорви, пожалуйста. Я надеюсь, что вам понравилось видео о нашей ферме. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь также на наш канал. Пока!
Thank you.